О состоянии российской науки говорили на Авторадио сегодня, 8 февраля, в день, когда российские ученые отмечают свой профессиональный праздник – День российской науки. Своим мнением на сей счет поделился профессор Приамурского госуниверситета Павел Толстогузов. Прямо говоря, оценку профессор дал строгую. В России есть, конечно, мощная инерция научной деятельности, идущая еще, может быть, вот от тех ломоносовско-менделеевских времен, да, от советской эпохи. То есть это есть. Но есть и опасность. Понимаете, никакая деятельность не имеет бесконечной инерции. То есть любая инерция угасает, да, это тоже научный факт. Вот. И если кто-то не подталкивает, соответственно, эти вещи, то мы рискуем остаться, и, к сожалению, эти риски становятся все очевиднее, мы рискуем остаться страной, ну, скажем так, пятого, шестого десятка среди стран по научным достижениям. Павел Николаевич выразил свою убежденность в том, что государство должно направлять средства в реальную науку, а не в ее имитацию, как, по мнению профессора, зачастую сейчас происходит. Полная запись эфира с Павлом Толстогузовым на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.